Закрыто. Вы не в том положении, чтобы отказываться от легальной работы. Мисс Уоз, есть имя? Можете звать меня Элизабет. Чем могу быть полезен? Нужно найти одну девочку. Может, ты ее видел? Эта девочка. Эта девочка умерла. Ты ее знаешь? В районе доков или в трущобах на площади Аполлона полно таких же сирот. Раньше были приняты Фонтейна, а теперь им и податься некуда. Но ты с ней знаком. Говорю же, она умерла. Пропала. Слушай, не знаю. Пропала не значит умерла. Насади свою цену, и я заплачу. Но ты этим делом бесплатно займешься, верно? С чего вдруг? Предчувствие у меня такое.